не можно кусать меня. Посмотри в кадр, все хорошо. Видишь, как хорошо все. Львица Астра любит показать характер и считает себя здесь самой главной. С ней под одной крышей живут тигрица, маленький леопард и щенок Алабая, который уже научил диких котят дружить с человеком. Вместе зверята пробуют на зуб все, что видят вокруг. Львенка директору зоопарка на Садгороде Сергею Основину предложили купить цирковые артисты. Тигренка буквально на днях привезли из Подмосковья, а леопардята родились в самом зоопарке у персидских леопардов Влада и Алены. Леопардята плохо питались, и, то есть пришлось их отнять от мамы, потому что она их бросила искусственно, не получалось их выкормить. И пришлось найти на форуме собаку, кормящую мать, которая приняла их, хорошо кормит. Приемной мамой для маленьких леопардов стала собака по кличке Тесси. Новорожденных диких котят приняла сразу. Сначала она выкармливала обеих малышек, но выяснилось, что у одной из них врожденный порок сердца. Сейчас она на искусственном вскармливании под наблюдением специалистов. А ее сестренка питается под чутким руководством ветеринара зоопарка. Я делаю микс из сливок и глюкозы. Это питательная такая смесь для нее, помимо сучьего молока, потому что, возможно, леопарду не хватает каких-либо микроэлементов, жирности, возможно, сучьего молока не хватает, сливки пожирнее, и мы балансируем таким образом ее рацион. Трехнедельный леопард уже пробовал парное мясо кролика. Первое такое кормление прошло успешно. Маленький хищник ел с аппетитом. И уже скоро различные виды мяса войдут в его постоянный рацион, который станет таким же, как и у львенка с тигренком. Смотри, сейчас будет ставить задние лапы, держать миску. Вот так. Вот такой вот лев. Сейчас, подожди. Давай, отпусти чуть-чуть. Что-то через. Давай. Оба. Я так понимаю, что мы После обеда, как и домашние кошки, зверята любят понежиться и поспать в теплом местечке. А тигренок иногда даже сам просит, чтобы его почесали за ушком. Полосатый житель этой необычной звериной семьи отличается добрым нравом. Это, конечно, уникальный случай, еще и потому, что, как вы видите, тигрица абсолютно спокойна. Она гораздо спокойнее, чем любая домашняя кошка. Это я могу вас уверить в этом на 100%. Она лежит на руках, просит, чтобы ее почесали. Вот, видите, сама начинает чесаться. И, конечно, играет, по мере возможности, с маленьким леопардиком. Уже скоро у зверят появится свой вольер с домиком, где они вместе будут жить около 3 месяцев. А трехнедельному леопарду для этого еще нужно подрасти и окрепнуть. В будущем львица Астра станет невестой уже известного посетителям зоопарка Льва Бонифация. Для тигренка и его сородичей планируют построить окружение специального виадука и новые высокие вольеры. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на 8.